мне. Вот сейчас она будет исполнена. Дмитрий Котенок, Николай Соломонович и... Thank you.
Thank you.
удовольствие и радость сегодня слышать. Еще я хочу вам сказать, что ведь мы все как бы принадлежим к одному роду людей. Мы все люди искусства, независимо от возраста. Это у нас первично, это у нас должно быть обязательно, и без этого мы бы не были в этих стенах. Я очень рада, что вы здесь. Я была бы рада, если бы здесь было нас еще больше, но я уверена, что просто обстоятельства этому помешали. И спасибо, что вы все это понимаете. Спасибо, что вы понимаете, вот, как нам необходимо общение с творческими людьми. Обмен не только информацией, но эмоциональный обмен. Без этого нас не... без этого бессмысленно. Здесь быть нужно, закрыть дверь и уйти. Вот спасибо, что вы все это понимаете. И спасибо за то, что наша встреча, по-моему, прошла так тепло. Очень много противодействия в нашем мире. Не секрет, что мало звучит.